Всем привет, друзья, меня зовут Влад, и мы с вами в GTA 5. Сегодня мы снова с вами, видимо, играем за Майкла, вот, собственно, в костюмчике человек. Я думал сегодня опять за Франклина серию сделать, но нет, сделаем ее немножко попозже. Уж больно мне хочется узнать, что там дальше будет за Майкла. Так, у нас здесь есть вопросик какой-то. Кстати, я недалеко от этого вопросика, предлагаю сразу на него тогда... Так, подожди, карту мне верни. Кстати, вот почему-то вот здесь при перекрутках постоянно сейчас стало лагать. Я не знаю, с чем это связано, вы просто посмотрите, здесь просто на карте 8 FPS просто. На карте 8 FPS. Ну ты просто вдумайся в это. Я не понимаю, как это так получается. Вот, это просто какой-то, это какой-то трэш. Так, окей. Давай попробуем еще раз. Еще раз и на вопросик... Да, не переключайся ты, дурак. Давай попробуем вот так вопросик аккуратно выбрать. Я вообще не понимаю, здесь конкретные просадки конкретно на карте происходят. Я ничего понять не могу. Так, ну, постараюсь поставить... Отлично, метку поставил. Слушайте, ну это очень жестко, конечно. Это прям реально очень жестко. Я никогда такого не видел, чтобы игра работала плавно, а на карте было все плохо. Кто знает, если у кого такая же ошибка, если кто-то фиксил, то говорите. Так, окей. Музычка у меня тут играет хорошая, классная, прям такая веселая. Так, чувак, не мешай. Не мешай под ногами, так. Хочу выполнить вопросик, а потом, ну, узнаем, что дальше. Окей. Дорожка у нас сегодня будет приятная, хорошая. Майкл грустит, семья свалила. В общем, все через сраку идет у человека. Да куда ж ты так летишь? Тихо, тихо, тихо. Опять минус, стоп. Когда я сажусь за руль с помощью... Когда я сажусь за руль Майклом... Сразу минус столб, ребята. Сразу минус столб. Окей. Минус скамейка. Минус... Нет, больше нет минус столба. Но минус столб и скамейка по-любому. Да, и припарковался от души как бог. Так, хорошо. Нет-нет-нет, я продолжаю ехать. Я продолжаю туда ехать. Все-все нормально. Не паникуем, господа. Мне Стив, кстати, звонит. Что тебе надо от меня, Стив? That's not the name in your file, Michael. Steve Haynes here. Yeah, agent douchebag. Hey, that poor sumbitch we grabbed for you still breathing? See for yourself, right now. Trevor Phillips is on his way to help with the debrief. Warehouse, off Dutch London in Banning. Great. Я доделаю свое сначала свое задание, а потом с Тревором Филлипсом встречусь, ладно? Видите ли, какая ситуация... в смысле склад? Я сначала на метку поеду, идите вы нафиг с этим складом. Так, хорошо? Я понимаю, что какие-то мне челы звонят, но... Я все-таки поеду на склад сначала. Да-да, я знаю, что нужно переключиться на Тревора, но я все-таки выполню вопрос. Я же могу себе позволить сделать сайд-квест сначала, а потом, собственно, переключиться на Тревора. Так, окей. Потому что мне так вот... Я играю за Майкла, а мне звонит какой-то хер и говорит: «Братан, надо переключиться на Тревора». И все, я, короче, в замешательстве. Так, а чё, где? Под мостом, что ли, эта фигня находится? Знак вопроса тут был. Его уже нет? Что-то со знаками вопроса тут. С картой и со знаками вопроса что-то случается. Ладно, поехали. Тут можно сразу переключиться, да? Ну, давай сразу переключусь. Окей. Я приезжаю на знак вопроса, чтобы сделать побочку, а в итоге, короче, никаких побочек там нет. Ну смотри, Тревор что-то на складе делает опять. Что-то тут мутит. Он срет. Он срет, смотри. Ну слушай, чувак, у тебя тут вообще все хорошо, я смотрю. Ты срёшь, что ли? А тебе какое дело? У тебя совсем все хреново, что ли? Ты б вытерся хоть, елки-палки. Подожди, ты подотрись хотя бы, Тревор. Ну ты и манда. Вас назвали девочками, господа. Yeah, well, until I see reason otherwise, why don't we just keep it that way? Steve, what a pleasure, bro. Oh! He reminds me of one of those guys you see advertising pills for middle-aged men that can't get erections. Hey! Ну действительно похож. Еще в свече от геморроя он бы рекламировал, вообще было бы хорошо у него. Than a tail catcher.
I have to fucking remember that line. You. Where did we meet? Майкл в старости. Хотя нет. Этот помоложе. О, мой старый знакомый. Это тот, которого мы, короче, на вертолете увезли. У него все плохо, я смотрю. He claims he doesn't know anything. I don't know anything. I don't know. I already told nothing. Nothing. I don't know. Да отпустите вы чела, не знает он ничего. Чего вы такие? You know about the Azerbaijanis? Huh? Azerbaijanis. I do audiovisual, hi-fi audiovisual. It's top man, good price, VIP. You know? You're a fucking spy. And the asswipes at the agency know this. А для чего меня-то пригласили? Они же сами могли это сделать, как бы. What did they tell you? I told them what I tell you. Uh-huh. What? Hey. Чувак, ты в курсе, что это незаконно? The house in Rockwood Hills. Мне ВКонтакте кто-то пишет. Мне ВКонтакте пишет какой-то Тревор, я уверен. Oh, that's all I know. That's it. That's it. Это все? Все. I go. You're gonna make him speak. No. You two are gonna drive up to Rockford Hills. No. And when we find out which man is the man with the problem, you put him down. Because I'm tired of these fucking nitwits at the agency taking all the glory. Слушайте, ну ребят, пацаны, давайте как-то мы это без меня это все сделаем. Я поехал. Go for a drive. You get to work, and I'm not here. В смысле, Тревор это будет делать? The guy's your neighbor. Caesar's Place, Rockford Hills. Доберитесь до дома. Ну, в принципе, смотрите, как бы Тревор и будет работать. Так я же могу поработать за него. А, мне нельзя, смотри, переключиться. Я должен именно до дома поехать. Ладно, ну Тревор там разбирается, судя по всему. В таком случае я поехал до дома с этим челом. Так, доберитесь до дома. Блин, вот ехать и читать это самое тупое, кстати. Я многое не успеваю. Чтобы не врезаться никуда. An electron microscope of bureaucratic shit, and that would make it very difficult to keep old secrets. Okay. You know who else is having trouble keeping secrets? Так, перестраиваемся, а то что-то мы чуть-чуть не там. Okay. I only brought him in after you put out your press release. Townley's taking scores again. The Los Santos reboot. If we Вот это было хорошо. Вот это было вообще нормально. Смотри, даже не цепанул капотом никого. Блин, чувак, вот это вообще было неправильно. Я понимаю красный свет, но можно же было ехать. Не, ну ладно, ладно. Ты молодец, ты не нарушаешь, я понял. Просто мне нужно быстрее добраться до мисс... До... Да, до туда, до куда мне надо. До дома. Does he know how long you've been working with the FIB? How long? Это я еще медленно еду. Ты понимаешь? Медленно. You walked your crew into an ambush. One of them spent 10 years on the run, Bush. And the other landed in a federal penitentiary. Or we stumbled on the cash depot. Пацаны, красный свет, я понял. Братан, извини, придется тебе немного свой Кадиллак подполировать. Я его немного разъебал. Так. Who's to say which of those is true? That there's any doubt probably accounts for you being alive. Просто посмотрите, сколько они разговаривают. Ты должен ехать, вот так. И читать. Вот так ты должен ехать. Rockstar, походу, на это рассчитывали. Yeah, I was quite a trophy. A good head to hang on your wall. Back then, так, okay. Not now. Интересно, кто-то претензии им выговаривал, вот что, типа, когда ты едешь, не все успеваешь читать. Потому что они постоянно разговаривают. Так, мне в ту сторону, я понял. Окей. Херня какая-то. Дэви, последние несколько недель они снимали здесь реальных сучек из-под мести. Из предместия. Это точно не наш клиент? Там что, опять этот репортер, друг Франклина, что ли? Не тот дом, мужик, не тот. Так, а вы точно не хотите его замочить? Так, на всякий случай.
Мочить будем только того, кого надо. Давай другой адрес. Конечно, будем кого надо. Зачем нам не, того, ни на кого не нужно мочить? Зачем? Пытайте мистера Кей, чтобы найти цель. В смысле? Ничего, типа... Типа, если азербайджанец, его надо пытать, что ли? Чё, дурак, что ли? Промежутком между пытками используйте вот эту вот штучку, чтобы что-то там. Окей, погодите. Ну, чем вы говорите? Скажи, чего ты хочешь? А, ну давай, давай плоскогубцами. Я не знаю, просто щипцы, плоскогубцы. Используйте в СД, чтобы выбрать орудие пытки. Ну, давай. А, ты будешь зубы ему выбивать? Так, чувак, может не стоит в натуре? Я только что их отбелил. Вместе с ними и задницу. Удерживайте, чтобы схватить зуб. Братан, прости. Ну, может, ты скажешь, и я не буду ничего делать. Прости, братан, я... Чё-то ты какой-то жесткий, чувак. Тревор, ты в курсе? Ты... Лучший способ развязать язык сделать так, чтобы человек не мог говорить. Это очень больно. Чувак, ты в курсе? Ты бы был лучшим стоматологом. Я тебе отвечаю. Спросите у него про Тахира Джавана. Что же вы сразу? Тахира, я знаю. Ставил ему домашний кинотеатр. Он живет в Чумаше, прямо на западном шоссе. Ну вот, совсем не сложно, правда же, а? Запомнил? Он живет в Чумаше. Не, ну вы прям Чумаш, машину поведешь ты. Терроризм не дремлет. Слушайте, ребят, у вас какие-то у вас варианты пыток странные, если честно, чтобы вот информацию... Зуб выбил, выдрал зуб, и все нормально. Ну, Тревор, я отвечаю, он лучший дантист, наверное, в городе, потому что так умело вырывать зуб. Без, кстати, без не то, что без обезболивания, там как бы они пытают, обезболивания не нужно. Но хотя бы обработать рот-то надо было, какой-нибудь там, не знаю, какой-то спирт хотя бы туда пшикнуть. Ну, хоть какой-то, чтобы был. Обеззараживание, что ли, какое-то, чтобы было. Какой же ты врач, Тревор, ты на кого учился? Я понимаю, ты учился на венеролога, на проктолога, поэтому ты срёшь по подворотням. Ну, как бы стоматологические какие-то там, ну, азы тоже надо знать. У тебя и вид, как у врача, у стоматолога, к которому я бы никогда не пошел, блядь, так. Отлично. К Тахиру едем. Тахир очень далеко живет, кстати, но на западном шоссе. Вот что самое главное. Товарищ Тахир, к вам едет очень серьезная делегация. Товарищ Тахир, кажется, к вам не доедут. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это хорошо, да? Знал бы товарищ Тахир, как люди к нему добираются, он бы сам сдался, мне кажется. Как можно выжить после такого? Вот это отчаянные бойцы Бакуган. Если... Воу, потише, потише, товарищ. Так, я к Тахиру подъехал. Так, ну давай смотрим, что там у нас. С Кейсом, красавчики. Подойдет. Так, узнай, кого мы ищем. Да, нам понадобится описание цели. Я разберусь, подготовь его. Нет, нет, пожалуйста, я расскажу все, что вы хотите узнать, займись им. Нет, не надо. А почему у него все зубы целые, я не помню. Так, давай вот этой. Ожидание хуже всего. Правда? Что будешь делать? Только не по роже, пожалуйста. Ох, ёлки-палки. По коленной чашечке. Ну ты хоть бы обеззаразил, какой же ты хирург. Полтора месяца назад этого мы боялись, а сейчас я настроен с этого. Хватит мне писать ВК, какая-то Аманда мне пишет ВК. У меня все эти имена из GTA вертятся в голове, поэтому я как бы подыгрываю. Middle age, middle height, middle build, whatever, he's dark, okay? He's Azerbaijani, for God's sakes. Look around, that enough for you?
То, что он азербайджанец, этого должно хватить? Найдите цель. И как мне определять, азербайджанец это или нет? Мы в эфире. Это он? На кого они похожи? Ну, они в восточной внешности. А тут половина жителей с Востока, и все потому, что мы свергли Шаха. Make a call, Dave. We're gonna need some more info on this guy. They're having a party down there. У них там вечеринка, нам выберите Тревора. Вот я тоже так, я тоже сразу сказал, что это плохая идея сразу брать и на обум стрелять. Не надо так. Бздынь. Извини, ты опоздал. Тревор, выдай нашему участнику приз. Хорошо. Еще один приз? Так, ну давай теперь... Ну, инвалидом его делать не надо, чтобы он полностью ходить не это, не разучился. Давайте попробуем вот так сделать опять. Еще один зуб, давай ему. Остановись. Прости, чувак, я просто учусь. Как бы, да хватит мне писать, что там за... Вообще без меня никто не может. Мне, конечно, приятно это, но... Я просто забыл ВК выключить, а мне тут выдирать зубы надо. Так, да хватит писать. Черт, как же больно. В тот раз он еле-еле сказал, как ему больно, а сейчас прям идеально и без акцента. Так я видел бородатого чела, нужно было сразу ему вальнуть и все как следует. Если там густые бороды. Слава богу, не надо проверять, что там с лобком. Там, наверное, вообще дремучий. Так, окей. Густые бороды. Ну, смотри, вот, очень густой. Ну, вот же, густой очень, чел. Ну тут три человека, смотри, с бородами. Тут трое человек с бородой. С офигенной бородой. Ну-ка, чё там? Я смотрю, ты не очень торопишься выдавать информацию. У него борода. Курит. Дымит, как сраный паровоз. Треф, еще разок, на всякий случай. А, вон, вижу, зуба нет уже, да. Так, ну давай попробуем, посмотрим, что у нас вот это делает штука. Скажу честно, будет больно. А, это... Так, умоляю, не надо электричество. Ты меня убьешь. Так, удерживайте, чтобы установить левый зажим и установить правый зажим. Подожди. Удерживайте, чтобы установить... А, вот. По-моему, у него встал. Ну что, он достаточно сделал для национальной безопасности? Ты что, его грохнул, что ли? Ёлки-палки. Я хочу к свету, пустите меня туда. Что-то они, по-моему, сумасшедшие какие-то эти ребята. Но это слишком жестко, слушайте. Даже мне уже жалко мистера Кея. Он без конца смолит Редвуд. Он без конца смолит. Смолит. И он левша. А, понятно. Бородатые курильщики есть? Нам нужен парень, который курит одну и две пачки в день. Сигареты Редвуд. Стив говорит, что парень курит Редвуд. Он красную древесину курит. Хорошо. Так, ну вот он. Я же сразу говорю, что это он. На! Майкл, what the fuck is wrong with you? What? I had my eyes on a target. Listen. Я даже думать не стал, просто бахнул и все. Давай уйдем отсюда. Как он курил.
он курил, он был в бандане, он был похож на нерусского, как минимум. Ну что за бред? Ну вот же он стоит. Ну как так? А, вот еще, на. Да в смысле? Ну ты чё? Ну мы его сняли, дело сделано. Так это он все-таки был, ура. Это вообще другой чел был. Слушайте, я первого нечаянно, значит, да? Да отпустите вы уже этого чела. Пусть идет, на одной ноге прыгает. Давай, пошли. Куда ты меня ведешь? Пошли уже. Чувак, ты же хотел к свету, пошли к свету. Посмотришь хоть на солнце. Там, правда, вечер, но ничего, посмотришь на солнце. Посмотришь на вечернее солнце, когда солнца нет. Логично, да? А, нет уже солнца! Все это время мы поднимались, получается, да? Мы всю ночь поднимались по ступенькам, чтобы утро настало. Мать твою. Ну, утро же настало или нет еще? Тебе нужен самолет. Поведешь сам. То, что у тебя там... А, нет, я поведу все-таки. Надо пристегнуть ремень. А, аэропорты. И города. Это песня Гутина. Так, подожди. Но солнце вылазит, смотри, как раз к свету. Мы едем к свету. Как твой рот? Слушай, ты так спрашиваешь, как будто ты ему напихал туда. Как твой рот, там нормально, не? Так, окей. Да, главное, чтобы его рот не овер, и все. Главное, чтобы он разговаривать мог. Если будет овер, то человек уже будет не нужен, как бы, да? Так, окей. Главное, чтобы ничего... Ну вот куда ты? Я так красиво ехал, дурак конченый. The media and the government would have us believe that torture is some necessary thing. Я не виноват, они сами лезут. Он живой, что? Там столько проехал по нему. Он выжил. Всем бы такие умения. Тихо, 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 здесь потише. Воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо. Useless? Юзю вспомнили? Ничего, внезапно, внезапно. Так, окей. Тревор вообще бешеный, ты посмотри, как он общается с человеком. Он не дает ему сказать практически. Так, окей. Так, ну смотри, мы уже подъехали, это прекрасно. Я представляю сейчас, как он будет его вытаскивать при людях. Беги, ты свободен. Но здесь моя семья. Скорее всего, они тебя и выдали, ясно? В общем, никому больше не доверяй. Теперь ты один-одинешенек, правда? Да, правда, а теперь вали, выметайся. Давай, вставляй зубы. По-моему, он умер в конце. По-моему, он упал в конце и полностью разбился. Просто это было слишком жестко. Я просто вылезу, посмотрю, как бы. Мне просто очень интересно, где он именно пробежал. Давайте еще. А, вот здесь он где-то пробежал, да? Мне просто очень интересно, он там, да? Он убежал? Серьезно? Это же те ступеньки. Нет, 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 наверное, где-то с той стороны это все было. Мне просто это уже интересно становится. Да ладно, серьезно, походу вальнул чел. Но в любом случае он, по-моему, конкретно еще раз что-то сломал. А, это не мне, я думал, это мне. Ну что ж, друзья, вот такая вот получилась серия. Давайте на этом закончим. С вами был Влад Шима и продолжим в следующий раз. Снова наше приключение в GTA 5. Все, всем пока.